Хотите прикол? Только что еще место да вышел. Блин, поросенок вышел. Живой, хотя опорос закончился уже 2 часа назад. Но это я так думал, что он закончился. Этот кабан не знал, что опорос уже закончился. Смотрю, что еще кто-то появился. Так слышишь? Это она, девочка или мальчик? Пацан. Дурбалай. 14. Ну, давайте мы ему сейчас быстренько отчикаем. И подкинем хам быстро. Под это самое. Подожди, подожди, дружки. Это цыганин. Ты молодец. Капец. Да, такого. Не, было. Когда вот у первой была свиноматка, у меня она не принимала поросят. Где-то через сутки выходили последние, ну мертвые выходили. Вот, грубо говоря, она начала пороситься утром. На следующий день к обеду у нее еще выходили поросята. Один вышел мертвый уже. Нормальный, развитый, все, но мертвый. А тут видели? Это что-то с чем-то. Я думаю, что там... Да, так самый здоровый. А вот почему так долго лес? Да я думал, она очистилась, уже кусяра такой вышел. Этого самого. Видишь, я думаю, на фермах все оксидоцином колят сразу. А у нас как бы необходимости такой, чтобы сказать. Если учесть, что это был, грубо говоря, там какой-то, может, 30-х, да, там опорос пускай. И вот только первый раз такая фишка, что он вылез уже после последнего. Ты где его взяла? Где-то стырила там? Желудки. Да какой же? Ладно, все, давай закрываем пока. Это мы отдельно сейчас уже будем. Их тиандр последний, да? Не чертова дюжина, а 14. Тоже было 13, чертова дюжина. Решили, нет. Хай будет 14. Там маленькие, конечно, такие слабенькие. Я думаю, нет, подойдут все равно. Всегда приятно. На Николая пошел прирост. Николай подарил. Это точно. Ты уже спыть. Ты самый маленький, тебе больше сихисты требовал. А он спыть. Там да что такое вылез? Угу. Так он сухой. Большой и сухой. Да, ну как сухой, я эту шкуру снял, ну в шкуре просто был. Родился в рубашке, да? Это точно в рубашке. И сразу сиську нашел. Здоровый бугай. Конечно. Ну все, давайте все-таки уже будем прощаться. Всего доброго. Ставьте лайки.